Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео я вместе с вами хочу распаковать свою посылку с сайта «Любимый Василек». Я продолжаю немножко, ну скажем так, декорировать дом, и всегда какие-то мелочи. Мне кажется, для каждой хозяйки очень-очень приятно, когда ты вносишь в свой дом, в какое-то помещение и так далее. Плюс перебирала эту детскую одежду, поняла, что много что мне нужно докупать. Дети растут, я за ними не успеваю, поэтому кое-что им еще докупила, ну и, конечно же, себе. Так что давайте сейчас откроем вместе с вами посылку и посмотрим, что же я заказала. Вот такой вот пакет мне пришел. Я его уже тут весь протерла. Вот, и сейчас открою, распакую, разложу и все как обычно покажу. Так, все распаковала, разложила. Сейчас буду потихонечку вам показывать. Во-первых, мне очень-очень приятно, прям очень приятно, это то, что положили вот такую вот маску в подарок. Одну штучку, но мне как раз самое то ездить на почту и так далее. Спасибо огромное. Сейчас это, мне кажется, мега-мега актуальная вещь. Вот такая она обычная из ткани, и это на самом деле очень и очень приятно. Ну, давайте начнем с декора. Захотелось мне что-то еще новенькое добавить у себя на кухне. У меня фартук на кухне, кто меня уже давно смотрит, знает, с лавандой. Вот, и я заказала набор кухонных полотенец. Они скорее у меня будут для декора, нежели, то есть я их повешу для красоты, нежели пользуюсь ими. Пользуюсь я обычно, ну, какие-то старые полотенца нарезаю, и у меня получаются такие тряпочки. То есть такое безотходное производство, скажем так. И когда они, тряпочки, уже совсем приходят в негодность, я, соответственно, их меняю. В общем, вот такие вот получаются, как типа вафель. Ну, это не вафельные, это просто вот такие кухонные полотенчики. Очень все хорошо прошито. И в наборе идут 3 штучки. Я заказала 2 одинаковых набора, чтобы у меня один был в стирке, один, соответственно, у меня висел. Один из них это вот такой лаванда с бабочками. Вторая у нас получается вот такая лаванда в горшочке с бабочкой. И третье полотенчико, это идет вот такие сердечки. Очень мне понравилась вот эта расцветка, она идеально подходит к моей кухне. Поэтому вот второй набор, тоже сейчас распакую, постираю и с удовольствием повешу на кухню. Будет у меня такая тоже красота. Очень приятно, так как сейчас время много провожу на кухне, задумалась о том, что хочу кухню тоже как-то красиво декорировать. Ну, не то, что декорировать, да, а внести что-то новенькое на кухню. Вот, так что вот такие вот у меня будут полотенчики. Дальше, себе в гардеробную я заказала вот такую подушечку. Ну, как я могла пройти мимо такой подушки, я не знаю, девочки. Она, с одной стороны, вот такая бежевенькая, с этой стороны белая, вот такие пиончики, да, это я так понимаю, и корона. Очень мне понравились. Девочки, я цены все буду подписывать. Если вы захотите узнать размеры или более подробную информацию о тех или иных вещах, которые я заказала, вы можете пройти в инфобоксе, я оставляю ссылки, то есть вы раскрываете инфобокс, и там ссылки на все заказанные мною позиции. Если вы переходите по ссылке и ничего не открывается, значит, этого товара уже нет в наличии. Или на момент публикации, если я в скобочку пишу «нет в наличии», значит, этого товара нет в наличии. В общем, я думаю, вы понимаете. Так, дальше я заказала вот такие наволочки, плюш-велюр. Я уже заказывала, тоже для дивана. Единственное, что надо поискать мне, чем их наполнить. У меня вроде бы уже ничего не осталось, но я поищу. Я думаю, что у меня есть какие-то старые подушки. Я разбираю и просто туда запихиваю, даже не шью никаких чехлов. Почему? Потому что я стираю вот вместе с подушкой. Потому что обычно это что-то пролили на подушку и так далее. Вот заказала 3 одинаковых вот таких, ну, это как кофе с молоком, наверное, да, ну, вот. Правильно передает такой бежевый цвет. Вот у меня будут 3 такие подушечки под мои пледы. Очень будет симпатичненько. Так, давайте дальше пройдемся по моим мужчинам. Заказала костюм своему племяннику. Я не знаю, когда я с ним теперь увижусь, но надеюсь, хотя бы летом он к нам приедет, когда все уже будет хорошо и спокойно в мире. Я ему обязательно передам. Он подобные костюмы носит дома. Когда приходят друзья девочки, он, конечно же, одевается более симпатичный. Племянник моему 15 лет. Вот такая футболка. Я заказала, правда, 54 размер. Надо было 52, потому что футболка великовата. Вещь
подходящие мужские, но вот все, которые я заказывала, они все маломерят. На размер как минимум маломерят. Поэтому я заказываю всегда на размер больше. Плюс иногда бывает подсаживаются футболки, да, то есть где-то на два размера получается я заказываю больше. Вот взяла что-то 54 размер, ну ладно, будет ему свободно. Вот в плечах ему может быть хорошо, у меня парень здоровый, вот. Ну вот, а здесь, ну будет свободненько, я думаю, что для дома будет нормально, комфортно. Вот здесь идет вот такой воротничок, вот видите, я взяла 54 размер. Да, вот такой воротничок идет просто, как бы, ну, как футболка такая с таким принтом. И идут вот такие шорты. Вот шорты ему 100% будут хорошо, а вот футболка немножечко может быть великовата. Ну, как говорится, увижу, с ним померит. Вот. Такие обычные с кармашками. Я думаю, что ему будет отлично. Так, а своему старшему сыночку я заказала, тоже заказываю ему в мужском отделе, самый маленький размер беру. Заказала вот такие шортики, они удлиненные. Вот эти шорты, девочки, они тоненькие, они очень хорошо подойдут на жару или если у вас дома жарко, да, вот мужчинам ходите вообще отлично. Идут здесь с кармашками, но вот эти шорты подсаживаются как по длине, так и по ширине. Поэтому берите как минимум на два размера больше, если ваши мужчины любит свободно. Это я заказала ему 46 размер, обычно мужском. Они ему будут немножко длинноваты, но получается как бермуды, по-моему, да, называются вот такие шорты удлиненные. Вот. И в прошлый раз я сыночку тоже заказывала вот такие шорты черные. Они ему очень сильно понравились. Они чуточку подсели. Ну, вот здесь вот они ему широко, вот в этой части. А на талии мы подтягиваем немножечко веревочку вот эту. Но они ему очень понравились тем, что они вот здесь широко. Потому что он, когда играет в Лего, в общем, он так садится, ноги подворачивает и говорит: «Мама, какие они классные!» Очень понравились. Поэтому я заказала ему вторую пару. Одни в стирке, эти будет носить. Ну, конечно, черный цвет, куда без черного цвета. Так, а младшему сыночку я заказала вот такой вот костюмчик, футболочка и шортики. Летом носить, ну и сейчас, я думаю, они будут, наверное, у меня бегать. Тоже такой тоненький, как бы трикотаж. На жару летом будет вообще огонь. Заказывала, получается, вот размер семерочка моему ребенку 5 лет. Вот этот у нас маленький, вот так вот ему сидит костюм, подсядет немножечко, будет вообще ему супер. Тебе нравится? Да? Вот такой вот у нас костюмчик. Так, а мужу своему я взяла носки. Носки, девочки, это вообще, они, мне кажется, периодически просто сбегают из дома, я не знаю, или из стиральной машинки, куда они вообще деются, непонятно. В упаковке идет 5 штук, продаются они только упаковками. Две пары темно-синих получается, одна пара серые и две пары черных носочков. Вот эти классные носки, они плотные, тянутся и при этом плотные, такие как немножко трикотажные, вот видите? Так, давайте на светленьких покажу, чтобы видно было. Вот такие вот. Вот эти вот очень классные носочки. Мне, по крайней мере, качество понравилось. Так, а себе я взяла несколько костюмов. Первый из них это вот такой. На него я смотрю уже, кстати, достаточно давно. Он мне очень нравится расцветкой своей. И я взяла 44 размера. Не знаю, мне кажется, мне будет нормально, будет свободно. Я взяла это в качестве домашних костюмов. Я еще раз повторюсь, я живу за городом. То есть я могу как ходить дома, так и выходить на улицу, на участке ходить. Да? Вот такие вот штанишки идут. Штанишки очень мягенькие. И это вот такой, как это, плюш, да? Ткань называется, вот такие вот штанишки. Я специально взяла посвободнее, чтобы было удобно заниматься уборкой, еще чем-то, или просто вечером сидеть, чтобы они свободненько сидели на мне. Вот, поэтому взяла 44 размер, но вот маленькие женские размеры не все маломерит, скажем так. Вот, и здесь вот такая вот сверху идет толстовочка. Я эту толстовку могу как отдельно носить, как просто штаны с футболкой. То есть не обязательно, я не всегда ношу, вот покупаю костюмы, не всегда ношу костюмы, ношу по отдельности. Сейчас примерю, вам сразу покажу. Итак, вот этот костюмчик, как вы видите, он мне великоват получается. Но скажу сразу, если у вас есть объем, скажем так, лишний вес в области... в области вот здесь внизу ног, то он будет полнить, как вы видите. Но для меня это плюс, так как мне наоборот не хватает там
объема, но вот штаны, видите, великоваты. Очень надеюсь, что они подсядут. Так, по росту тоже у меня рост 1,65 м, и видите, еще есть запасик. Идет на не на высокой талии, то есть вот так вот кармашки. Ну вот видите, он мне великоват, хотя они тянутся. Тянутся, но все равно немножко великоваты. И кофта. Вот кофта мне нравится, как сидит. Единственное, что видите, манжеты видно, что великоватые. Я все равно обычно делаю как-то так или вот так, потому что что-то все равно дома делаешь и так далее. Вот кофта мне нравится, как сидит. Я, в принципе, и хотела, чтобы было вот так вот свободненько, потому что это комфортно. Костюмчик достаточно тепленький такой. И мне очень нравится вот эта расцветка. Она достаточно такая, ну вот штаны, да, штаны. Штаны. Так, давайте сделаем так. Я вам, я сейчас же все это брошу, постираю. Вот. И пока я буду монтировать видео, пока я загружу его на YouTube, у меня уже все успеет высохнуть. Я вам подпишу в комментариях, подсели костюмы или нет. И какие из них подсели, если кому будет это интересно, обязательно почитайте. Ну а так, вот так вот он выглядит. То есть, в принципе, можно было и поменьше, но мне нравится вот кофточка, что она вот так вот сидит. Так что для меня, может быть, даже и плюс. Но штаны не знаю. И еще один костюм. Кто меня тоже постоянно смотрит, знает. Мне же муж подарил удочку. Ну, как бы я должна соответствовать удочке, правильно? Ой, да, тоже взяла 44 размер, тоже, чтобы было свободно, чтобы удобно было ходить по лесу, куда-то со своими мальчишками и так далее. Вот, здесь идет капюшон, просто такая тоненькая толстовка, то есть это не утепленный вариант. Так вот сделано, да? Ну да, он, то есть он не утепленный. Это здесь вот такой кармашек, вот, и к нему идут вот такие штанишки. Соответственно, тоже с кармашками, на резиночке. И внизу идет вот такие манжетики. Тоже сейчас вам померю, девочки, покажу. Итак, вот этот спортивный костюм. И вот он, получается, наверное, маломерит. Я так думаю, да? Или это такой фасон. Но вот брюки мне прямо вот в облипочку, девочки. Вот они прямо облегают. Я думала, что они будут такими достаточно широкими. Но нет, они практически как леггинсы. Но там, если вы посмотрите на картинке, как смотрится этот костюм, он, в принципе, вот так же и смотрится. То есть, если вы хотите такой костюмчик себе, да, то нужно брать, получается, не знаю, на размер побольше, наверное, или размер в размер, получается. Рукава тоже в облипочку, получается, сидят. То есть, если бы я взяла 42 размер, как я обычно беру в стельке, то мне был бы мал. Я бы просто его не влезла. Потому что ткань хоть и тянется, но тянется она немножко. Но мне нравится этот костюм. Слушайте, я очень рада, что я угадала с размером. Вообще огонь. И получается, вот эта кофточка вот здесь вот свободна. Вон, видите, она какая... Вот она свобода. И мне тоже это очень нравится. Слушайте, со своими мальчишками. У меня есть такие черные кроссовки. Вообще будет. Мне очень нравится. Слушайте, и ткань такая прям плотная-плотная. Такая даже немножко шуршащая. Единственное, что живот. Живот что-то, да. Вот, но мне нравится. Очень классный. И следующий костюм, девочки, это тоже взяла, кстати, в 44 размере. Тоже хочу, чтобы сидела свободно. Это вот такой красный костюм. Он же есть в варианте черного цвета на сайте, ну, по крайней мере, когда я заказывала, был. И в варианте, где толстовка как футболочка сделана, то есть с коротким рукавом. Я решила, что я возьму с длинным, потому что одел любую там базовую белую футболку, и классно. С кроссовками гулять со своими мальчишками – это вообще идеально, потому что я не думаю, что этим летом мы куда-то поедем, соответственно, будем развлекаться как можем. Вот, здесь идут на штанах вот такие манжетики, вот такая надпись, здесь тоже затягивается, кармашки, резиночка, а здесь, получается, она просто прямо сделана, без резинки, такое горлышко и... Тоже манжетики. Но вот для меня вариант именно с длинным рукавом, он показался более практичным, скажем так, наверное. Вот, и захотелось, конечно же, красного цвета. Черный костюм как-то я не захотела. Это на такую вот слегка прохладную летнюю погоду с кроссовками будет вообще огонь. Тоже сейчас по мере вам покажу. Мне тоже он очень нравится. Мне нравится, как сидит. Единственное, что получается...
Получается размер в размер, потому что в жизни я вообще обычный свой размер, я ношу это 44 размер. Обычно вот если не маломерка, не большемерка, то у меня 44, ровно 44 размер. То есть S-ка, да? S-ка это что у нас? S-ка это 42-44, да? Вроде как-то. Ну вот все время беру S-ку, 44 размер, мне обычно подходит хорошо. Низ, правда, у меня чуть-чуть поменьше. Но видите, они как сидят? То есть они сидят как... облегающий, мне очень нравится. Я надеюсь, что он не подсядет, потому что если подсядет, я немножко не влезу. Ну и кофточка, соответственно, вот немножко так свободненько, ну немного свободно. То есть, в принципе, если вы носите там 44 размер, берите 44 размер. Если носите 46, берите 46. Если хотите, чтобы все сидело посвободнее, берите на размер больше, получается. Но мне очень нравится вообще огонь. Я, кстати, сейчас одела вот эти кроссовки от Faberlic. Белые кеды, но я их еще не доставала. Вот, так что мне очень нравится так вечерком пройтись, прогуляться с детками, покататься на велосипеде или что-то в этом духе. Вообще супер. Мне очень нравится. Классный костюм. И можно, например, просто с белой футболкой какой-то базовой. И вот эти вот красные штанишки тоже будет супер. Ну что, девочки, на сегодня я буду с вами уже прощаться. Мне очень понравились вот эти костюмы. Я в комментариях вам обязательно подпишу, подсели они или нет после стирки. Ссылки в инфобоксе, все как обычно. Но я очень довольна. Мне нравится такой цвет яркий, прикольно. Вот, так что не забывайте, кто не подписан, подписываться на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!